Всем привет, с вами Саня 69 Влад, прохождение игры Манхан 2. Тут у нас сразу палит вертолет злобный. Злобный вертолет. Так, два упали. Второй упал, третий упал, так все упали. Так. Nice one, Danny. Follow the drain. Try to find a way back onto the street. Так, еще один упал. You'll become a bigger killer than I ever could. I'm fucking proud of you. Мужики сзади стоят. А чуть-чуть хп осталось, надо взять баночку. О! Вот это понимаю. 50 патронов есть. На что там поменять УЗИшку? Еще сильнее. Так. Я уже не помню, куда тут идти, конечно, ну пофигу. Вот, крутим эту фигню. Там появятся мужики потом. Типа он их высадит, вертолет. Так, тут будет очень жестко. Потому что мужиков-то будет до хрена. Не один точно. Так, теперь их... Нам нужно... завалить, естественно, как всегда. С магнами, черты. Черт с магнами они. Охренеть. Прикольно. Так, с упора почти подошли сзади. Так, сейчас мы их все равно довалим, я думаю. Так, мы их завалили. Заовнили, как называется. Так, выходим, перепрыгиваем. И они с чем смагнули, точно? Надо что-то попробовать, что такое магнум все-таки. Ходить чуть-чуть с ним. Так. Берем дробыш. Влезаем сюда. Восстановленные очки жизни. Тут баба, где... Дади уже упал. Ух, там сколько Дади. Так, одного завалили. Второго завалили. Третьего завалили. Только вот бутылочку с здоровьем нам бы сейчас. Надо все-таки назад сходить. За ними. Я помню, было их до хрена. Теперь только бы их найти и все. Будет все ок. Так. Ссылочка пока не видно. Еще патроны лежат сныкные. Типа. Это не дверь. Так. Ну где им теперь взять аптечку-то? А мою. Патроны, патроны, патроны.
Одни патроны везде. Ну, ё-моё. Вот. Я понимаю, аптечка. О, еще одна аптечка. Че? Можно поменять дробовик? Это с фонариком. Так что никто не скроется от правосудия. Дробовик с фонариком аж. Так, бежим теперь туда отдохнуть. А то он устал бегавши, блядь, уже столько бегает, что нахуй, не знаю. Тогда мучился, что просто пипец. Так, тут мужики. Так, башку ему сразу сняли. Так, ну тоже башку сразу сняли. Че тут халилка лежит? Халилка, халилка, круто. Так, вот дверь нельзя войти. Вот нам надо вот сюда вот. Теперь доходим. Какую только дверь, я не помню. А, сейчас потыкаемся. Вообще не в дверь даже. А уже не помню, куда мне нахер идти. В люк, что ли? Угу. Трубу. В канализацию, куда еще? Там безопасное место, блин. А в другое место залезть не могли. Только в канализацию. Тут у нас рабочие. Так, пострелялся там уже. Охренеть, сколько прибежало. Нет, надо все-таки сваливать, я думаю. Гранат нету, как назло. Ладно, фонарик с дробочем. То есть дробочь с фонариком. Это жесть. Чем тут вальнут? Нет, все-таки надо сныкаться. Может сходить за аптечкой все-таки. Я не помню, в какую сторону бегу. Залезаем в трубу, блин. Лезем в трубу, мужик. Ай, не хочет он лазить. Надо назад идти, чтобы он залез вперед. Ё-моё, как все жестко. Да. Тут забраться вообще можно? Хрена. Лысого. Блин, ну... Неужели мы залезли? И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес. До встречи.